Hello，на вечер, на какой вечер? Ну и что дальше? Привет, Андрюха. Привет. Привет, Андрей. Ну, я не знаю, если это первое свидание. Ну, тогда тебе не в аптеку. Тебе в цветочный, наверное. Или там, не знаю, в КБ. Привет, Алексей. Вот, ну, если первое свидание, то как бы... Не в аптеку тебе надо идти. Фишер, я не буду вам ничего советовать. Если вы называете это перепихон, то вообще выходите с моей трансляции. Ужас. Что за мужчины пошли? Моя профессия — отпускать лекарственные препараты по рецепту и по назначению врача. Вот моя профессия. Ну, ты можешь, в принципе, ничего не брать, потому что, если я говорю, ты так называешь, ну, как или говоришь вещи своими именами, ну, скорее всего, у тебя в принципе ничего не будет, поэтому можешь не тратить деньги и не брать ничего. Ну, это слово просто какое-то ужасное, не знаю. Мне кажется, если бы девушка услышала, с которой там, типа, это все планируется у тебя, мне кажется, ей было бы очень неприятно, и она бы не захотела бы с тобой видеться. Весы любят порядочность. Ужас. Я весы просто по знаку зодиака.
Да, Вадим, правильно. Вот учитесь у Вадима. У меня вообще по нумерологии моя такая, короче, главная черта — это цифра 4. Она означает рамки, самоконтроль, справедливость, ответственность. Поэтому... Нет, из чего я должна быть в Нижнем Новгороде? Обычные полки, совершенно обыкновенные полки. Пиралгин? Что за пиралгин? Нет, у нас нет вообще лирики. Я не могу изготавливать лекарственные препараты, потому что у меня фармацевтическое образование. Да, самоанализ тоже есть. Каждый день. Стрезам. Знакомое название, но не помню. Да, про лирику часто спрашивают. Ну, как ты думаешь, на кого надо учиться? На сварщика, наверное. Хорошо. Да я уже не обращаю внимания на эту вашу лирику. Обезболивающее с кодеином. Но у нас такого нету. Ну, ты спрашиваешь, на кого нужно поступать, чтобы быть фармацевтом? Ну, на фармацевта нужно поступать.